Всем привет! Вы на канале «Между нами девочками». Сегодня мы будем готовить ленивые вареники с творогом. Для этого берем 700 грамм творога, 400 грамм муки, пол чайной ложки соли, 4 столовые ложки сахара, 2 яйца. Творог нужно размять, чтобы он не был сильно большими комочками. И добавляем сюда соль, сахар. Два яйца. Хорошенечко размешиваем. Добавляем много сахара, потому что творог у нас немножко кисловатый, и мы любим все сладенькое, поэтому... Если вы не любите сладкое, то сахара можно поменьше. Теперь добавляем муку. Добавляем не всю сразу, понемногу, потому что в зависимости от того, сколько муки возьмет творог. Сухой он, влажный, от этого зависит. И вымешиваем с мукой. Так, по чуть-чуть добавляем муки. Сейчас будем вымешивать на столе. Сначала вымесим руками в миске, потом на стол. Маловато муки нужно еще добавить. В итоге я взяла все 400 грамм, которые просеяла, потому что творог у меня был влажноватый. Вымесила я его. Такое вот тесто получилось. Творожное. Теперь будем формировать вот такое творожное тесто. Будем формировать колбаску. Немножко в муке нужно обвалять. Формируем колбаску. Режем на кусочки. Наискосок немножко. Вот такие вот кусочки получаются наши ленивые варенички. Следующую колбаску следующую делаем. Немножко выносить нужно. Формируем колбаску. И режем тоже такими кусочками. Наискосок немножко, чтобы они были длинноватые.
Очень быстрый завтрак получается. Такие кусочки. Следующую колбаску. И так все тесто делаем. Вода у меня закипела. Сейчас отправляем в кипящую подсоленную водичку. Закинули в воду, и сразу же нужно пройтись по дну, чтобы они не прилипли к дну. И все, оставляем их вариться. Когда они всплывут, через 3 минутки, 3-5 минут после того, как они всплывут, можно их снимать. Вот такие вот ленивые варенички получились. Не разваливаются, аккуратненькие. Хорошенечко проварились, вкусные, творожные. Прекрасная идея для быстрого завтрака. Очень быстро все готовится. За считанные минуты, 5-10 минут, и завтрак готов. И очень-очень вкусные. Я давно не ела ленивые вареники, прям соскучилась за этим вкусом. Сахара, кстати, немного. С тем, что у меня творог кисловат был, немного с кислинкой. В меру сахара получилось. Очень вкусное. Мы будем их есть со сметанкой. Густая, очень хорошая сметанка. Ленивые варенички со сметанкой. Безумно вкусные вареники получились. Надеюсь, моим девчонкам тоже понравится. Всем приятного аппетита, приятного просмотра. Ставьте лайки, пишите комментарии. Готовите ли вы ленивые вареники с творогом? Подписывайтесь на наш канал «Между нами девочками». Всем пока-пока!